Всем здорова, ребятки, с вами Фабиан, и мы будем с вами сегодня продолжать играть в Home Sweet Home. В прошлый раз мы с вами, по-моему, замутили подношение этому чуваку с красным глазом. Вроде как на этом остановились, я не уверена. По-моему, да, по-моему, как-то так было. А, и мы должны были пойти за тёлкой за своей. Мы вроде как зашли типа в нашу хату, что-то там поделали. И потом я не помню, что произошло, поэтому сейчас будем вспоминать. Погнали. Знаете, так, фонарик, как братик, только фонарик. Знаете, давненько мы с вами... А, мы просочились вот через дырочку. И давненько мы с вами не видели тёлочку с канцелярским ножом. Так, мы должны... Стоп! Мы должны найти Джейн. А как открывать-то это говно? А, Е, ну да. Бежим, не пугаемся. Да блин! Тут мышенька, крысенька. Не пугайте. Нельзя... Ой, я боюсь поворачиваться. Там такие какие-то шаги стрёмные. Открывай. Я ничего не боюсь вообще в этом мире, блядь. Я самый, сука, смелый человек во вселенной. Кто там, а? Ой, что за подлак? Подлак какой-то. Так, смотрим, может, есть что-то ценное? Какие-то шкафы гудят, говно. Носок, залупка. Так, сюда нельзя. А, сюда можно! Что? Ой, там кто-то пошел. Подождите, а тут что? Тут ничего, все, окей. Вы знаете, что-то поднапрягло. Так, а это что за дверь? Она закрыта, а почему это? Ну ладно. Значит, нам надо пойти за этой тварюгой. Я не... Дверь! Она меня натыкала, по-моему. Или я ее натыкала? Кто-то кого-то натыкал. Блядь, беги! А, мы не можем бежать! Закрой! Пожалуйста, беги! Я боюсь оборачиваться, блядь! Мужик, иди речь! Он открыл дверь! Блядь! Закрой! Блядь! Ты можешь быстрее шевелиться! Я понимаю, что тебе, наверное, больненько там и все такое! Блядь! Она опять тут! Блядь, ёб твою мать, я ничего не вижу! Чё такое? Чё за хуйня? Где фонарь? Быстрей, мужик! Куда? Сюда! Нет! Блядь, я так по кругу пройду! Блядь, чё так страшно? Закрывай дверь! Блин, он не закрывает дверь за собой, урод! Она бежит! Блядь, она бежит! У меня паника, блядь, спасите! Я не понимаю, что делать, какого хрена? Бля, можно я прямо сейчас выключу, и у вас будет видео, короче, в одну минуту, как я очень сильно ссыкую, бля. Так, она вот здесь. А, это Джейн бежит. Мы сюда не можем? Никак? В любом случае она нас догоняет. В смысле? Я чуть не въехала немножко. Стоп, ну теперь-то мы можем типа сюда? Мужик, давай резче. Так, мы закрыли дверь. Давай. Ну давай, быстрее. Можно идти, мужик? Я тебя прошу. А вот здесь мы выйдем ей в спину, считай. Где она? Я не понимаю. Блядь, она опять меня поймала. Да что делать? Я не знаю, как от нее избавиться. А могу ее избить, блядь? Мужик! Нет, дверь не можем закрыть. Ты что за говно? Я тебя прошу. Пожалуйста, можешь соображать быстрее? Так, а что если мы ее закроем внутри? Вот так. Нормально? Что? Где она? Она идет давай в ящик. Как выйти из ящика? Вот. Подожди. Это... Твою мать, совершенно разные. Блин, как в Outlast. Ой, кажется, вы сперли. Джейн, Женька. Подожди, пожалуйста. Куда ты бежишь? Да, Джейна. Фак, бля. Ржавый ключ. Давай, пихай, чё?
Нерабочим старый ржавый ключ. Ага. Ой, не туда. Так, стоп. Я давайте возьму тогда его. Угу. Найти способ очистить ржавый ключ. Ай, ух ты, блядь, как интересно. Ладно. Хорошо, давай попробуем так. Так, сюда просочились. Сейчас опять, наверное, будет, да, этот пидор с глазом? Нет? Как встать-то? Ой, она тут где-то, я слышу ее. Вот здесь, наверное, сучка. А, нам, походу, сюда и нужно. Где ты? Паскуда? Я не вижу ее, честно говоря. Как нам пролезть-то? Нам, видимо, надо пройти, да, мимо? Я не шарю, где она, блин. Да что такое? Мне не видно ее. Она вот там где-то. Че, она как заорет, бля, как бросится на меня, скотина. Ой-ой-ой. А, она в той комнате, ёптать. Или где, да? Вот там где-то, прям рядом. Стоп. Не понял. Тут, что ли? Сучка. Ага. Или тут. Попить можно? Или что это? Как это пуч? Фух, так. Чё за звуки? Ой! Там этот говно стоит другое. Не тёлка, а другое говно. Ну вы поняли. Вон, смотрите. Так, ладно, давайте попробуем сдохнуть. Посмотреть, что он нам сделает. Сделает ли вообще он нам что-то? Ну, знаете... А, о, тут проход какой-то. Что за проход? Почему? Что? Что? Ух ты, что это? А, подожди. Выйти. Залить соляной кислоты. А, и что, мы плеснуть в него можем? Залить водой. Смеси и тесто решение. А-а-а, ебать, ничего себе. Все, он очистился или что? Стоп. А-а-а, вот оно что. Нам нужна, наверное, кислота просто и все. И ключ теперь засунем. Нет? Опять не работает, ёптать. Я откуда должна знать рецепт? Давай, короче, лимонную кислоту захерачим сюда. Йод, вода, соляная кислота. Нет, это говно какое-то. Так, давайте попробуем. Подождите, лимонная кислота. Ну, давайте все туда зальем, что можно. Может, это так и работает? Давай. Да что? Я... Откуда у меня должен быть рецепт? Скажите, пожалуйста, как типа? Вот это что такое? Ключ от шкафа химии. Окей. От какого шкафа химии, блин? Блять! Она сейчас сюда придет, да? Привет. Жесть! А, может быть, в шкафу химии есть рецепт? Стоп. А, чё, какая-то химическая формула. Что такое оксалик? Вот это, оксалик, это что? Подождите, давайте загуглим, что такое оксалик. Щавелевая. Спасибо, блин, Google переводчик. Тут такой нету. Короче, видимо, нам нужен какой-то шкаф химии. О, а я вышла, а этот урод где? Интересно, я что-то не знаю. Блядский урод! Все, меня сейчас опять убьют. Да какого хрена? А как я должна отсюда выйти? Алло! А, шкаф! Тут дырка. Она меня не видит? Я что, просто так присела, блин? А, она меня не увидела, все в норме. Так, то есть так в любом случае должно было произойти. То есть мы можем вот так вот, типа, вниз ныкаться. Вот в такие шкафы с дырками тоже, в принципе, подойдет, значит, хорошо. Так, ладно, то есть шкаф... Блядь! Сука! Садись, мужик, сидим. Чё она? Где она? Сейчас подойдет, да, посмотрит на шкаф? Да. Только не открывай, иди в жопу отсюда. Итак, продолжаем.
Блин, он почему-то начинает жестко залипать, когда вот это вот, типа, наклоны вот эти делает. И он такой, типа, чтобы начать резко бежать, надо, я не знаю, что сделать. Короче, она где? Как нам просочиться туда? Блять, вот опять залипло. Что за говно? Садимся. Ой, блин. Сидим. Да нет меня здесь, нету. Ну ты третий раз уже смотришь. Ну что, ты сразу, что ли, не понял, что я не тут? Детка, где ты? Короче, нам нужно, чтобы это говно такое запузырилось. Возможно, мне вообще нужна сода какая-нибудь, и, я не знаю, и лимонная кислота. Вот тогда все нормально будет. Вот тут вот, по формуле, блин, типа, что-то там железо, тыр-пыр, вот окисленное, видимо, раст это, типа, ну, раст это ржавчина. Я умная, блядь, между прочим. И, типа, вот мы это все говно замешиваем, туда пускаем, и ржавчины, блядь, как не бывало. Но, сука, мне нужно, кажется, что-то другое. Можем ли мы попробовать туда пробежать? Так, давайте просто по приколу попробуем. А. Блять, 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 в этот шкаф! Может, мы ее выгнали, кстати, в коридор, и типа так и надо было? Если я быстро выйду и попробую опять туда побежать. Я просто не знаю. Че она говорит, вернись ко мне, типа. Насрать, выходим. Блин, стукнуло. От какого, блин, шкафа химии у нас ключ? Какой шкаф химии, блин? От какого шкафа химии ключ, господа? А, стоп. Ой, блять, она здесь. Так, а мне, может, сюда нужно? Угу. Вот, Оксалик, блин. Оксалик! А! Дурак, блядь, дурак! Блядь, выйди, бежи! Твою мать! Ай, дерьмо, нам нужен в какой-нибудь шкаф. Давай, дядя, резче, резче! Вот сюда лезь. Блин. Все, я поняла, где Оксалик, короче. Я не знаю просто, как его добыть, если эта падла ходит здесь туда-сюда. Там очень сложная система с ключами. Там нужно что-то какую-то херню непонятную делать, когда, типа, ты втыкаешь этот ключ в дверь. Там очень как-то тупо, короче, это. Так, все, Оксалик мы взяли, да? Сучечка. А, сучечка. Ой, вот она идет, блин. Она меня спалит здесь, как вы думаете? Я надеюсь, что нет. А, вон она ушла. Ой, я могу здесь пролезть, интересно. Ну-ка. Блин, не могу, говно. Она же ушла в ту дверь. Так, все. Стоп. Как нам достать Оксалик теперь? Вот так. Бутылка щавелевой кислоты. Выбрать. Да. Можно ее? Использовать, блин. Как тебя использовать-то, скотина? Давай, сука. А, все, вот так. Так, мы берем Оксалик. Все. Все нормально сейчас будет. И воды. Правильно? Теперь сюда ключ пихаем. О! Зашипел такой, зашипел, очистился. Не особо-то очистился, но лучше, чем было. Короче, ладно. Я думаю, мы с вами на вот этом сегодня остановимся. Пойдем открывать дверь этим волшебным, очень очищенным ключом в следующий раз. Если вам понравилось, то ничего не делайте. Если не понравилось, тоже ничего не делайте. Нет, если понравилось, репостик можно сделать. Вот. Ну, типа, все равно это никто не смотрит. Я смотрю, короче, такая по просмотрам. Ну, типа... 50 просмотров за неделю, я такая, классно, обожаю, вообще здорово, короче, и такая думаю, типа, пока, пока канал, до свидания, вот, короче, ладно, на сегодня все, всем большое спасибо за просмотр, с вами была Фабиан, счастливо.